Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. І зараз поговоримо про таке. Колектив класичного танцю «Подих» коледжу культури у Дніпрі дасть концерт з нагоди свого п'ятиріччя. Сьогодні в наших гостях Наталя Демченко, старша викладачка Дніпропетровського мистецько-художнього коледжу культури, художня керівниця та балетмайстерка колективу класичного танцю «Подих». Єлизавета Сербененко, солістка колективу «Подих», та Карина Кром, солістка колективу «Подих». Я вас вітаю сьогодні. Ну що ж, пані Наталя, давайте почнемо, так би мовити, з анонсу. Буде ювілейний концерт на год п'ятиріччя. Де та коли? 28 февраля в 18:00 в театрі «Драмиком» у нас состоится наш праздничный концерт. И мы приглашаем всех желающих, мы рады поделиться своим творчеством, приглашаем всех, кто причастен к танцу, и просто всех желающих. Пані Наталі, будь ласка, давайте поговоримо тепер про таке. Ви вже 20 років викладаєте у коледжі, але свій колектив створили так 5 років тому, так, з нагоди п'ятиріччя. Що до цього спонукало до створення колективу? Ну, скажем так, что коллективу 5 лет, а начала заниматься я этой деятельностью гораздо раньше. Просто вот 5 лет назад мы уже как бы официально себя назвали. А лет 10 назад мы первый раз со студентами поехали, нас пригласили на фестиваль «Яскрава Краина» принять участие в этом фестивале. И на тот момент, вот первая наша поездка, состоялась всего 5 студентов, 2 мальчика и 3 девочки. И когда мы приняли участие в этом фестивале, он был в Одессе, мы получили такой заряд энергии, нам так понравилась эта атмосфера, быть участниками такого события. И я увидела глаза студентов, я увидела, какие они счастливые, и я поняла, что для студентов вот такой опыт участия в таких фестивалях, опыт поездок им очень необходим. И вот с этого момента потихонечку я начала работать в этом направлении, начала ставить свои номера, и вот мы пришли к тому, что в 2016 году у нас образовался коллектив «Подих». Скажіть, будь ласка, як ви визначилися саме от з напрямком колективу, чому вирішили поєднати народну і класичну хореографію, а не робити виключно там одну класику? Я очень люблю классический танец. У меня хорошее образование по классическому танцу. Я закончила Санкт-Петербургскую академию культуры. И для меня балет – это, в принципе, мое основное направление. Но параллельно я работала 10 лет в ансамбле «Славутич». И это мне тоже очень нравилось, это тоже близко мне было по душе. И когда я пришла работать в колледж, я тоже попала на отделение народной хореографии. И у нас у ребят основное направление – это артисты ансамбля народного танца. Но как-то вот мне хотелось это все объединить, и так, чтобы ребята наши были, скажем так, комфортно ощущали себя в классическом танце. Но если вот мы говорим о классическом наследии, то танцевать это, конечно, очень сложно, необходимы идеальные физические данные. И я начала немножечко, так знаете, аккуратненько ставить свои номера так, чтобы наши ребята-народники выглядели очень красиво, прекрасно, изящно в номерах классического танца. И таким образом у нас получилась стилизация классического танца и народного танца. До речі, наскільки це унікальне таке поєднання, наприклад, для нашої області? Ну, это не открытие мною. У нас есть много балетов, которые объединены классика и характерный танец. Это и Дон Кихот, и Лауренция, и Лесова Пісня. Поэтому просто я это сделала в маленькую форму, я сделала это в хореографические номера, и мы можем, благодаря этому мы прекрасно выходим на сцену, на фестивалях, на концертах, и таким образом у нас идет и популяризация классического танца, и народного в том числе, конкретно даже украинского танца. Наталю, а где берете натхнение? Натхнением для постановок, маю на увазі.
Есть, знаете, разные моменты. Иногда мне нравится какая-то тема, и я тогда хочу ее осуществить в своих хореографических постановках. И есть второй момент, я услышала музыку, и также я хочу осуществить вот эту музыку, перевести в хореографический номер. И так у меня как бы есть разные такие способы для того, чтобы сделать хореографический номер. Скажи, пожалуйста, насколько важливый музычный супровід? Где от берете, как подбираете музыку для номерів? Музыкальное сопровождение очень важно. И чем качественнее, чем интереснее музыка, ну, тем она как бы богаче номер, смотрится номер. Конечно, ищу музыку в интернете, конечно, я ищу на специализированных сайтах, но я больше увлекаюсь вот именно симфонической музыкой и ищу украинских композиторов, которые пишут классическую музыку в национальных традициях. Такие вот композиторы у нас есть: Микола Лисенко, Лятошинский, Дремлюга. И вот в основном у меня вот наши украинские композиторы, я использую их произведения. Не менш важливий так зовнішній вигляд тих, хто танцює, вбрання. Як обираєте? Наскільки вдається кожен раз вырезняться, что-то особенное подшукивать? Вы имеете в виду костюмы, да? Да, конечно, костюмы – это очень необходимая часть при создании номера. Ищу картинки, ищу образ к своим номерам, советуюсь, может, нахожу художников. Но у меня есть просто моя портниха, и вот мы с ней больше всего, чаще всего мы с ней создаем эти образы. Как-то вот я что-то свое привношу, она что-то свое привносит. И таким образом у нас получаются наши сценические костюмы. Какие кольори наибольше характеризуют подых? Нежные, романтические. Но, опять-таки, здесь не столько характеризует подых, сколько характеризует именно номер. И большая часть программы у нас состоит из украинских танцев, из стилизованных украинских танцев. И мы отталкиваемся от цвета Украины, скажем так. Тот украинский цвет, который присутствует в наших украинских костюмах. Скажи, будь ласка, як багато номерів буде на юбілейному концерті? 13 хореографических постановок, и так уже открываем небольшую тайну, у нас будут между нашими номерами этюды, режиссерские этюды, и еще несколько режиссерских этюдов будет. Скажи, будь ласка, от саме зараз ви проводите ювілейний концерт, і справді всі номери патріотичні, а в українському вбранні. І так співпало, що така зараз ситуація напружена. Як ви вважаєте, можливо, це для глядачів дасть ще такий поштовх або нагадає, от яка гарна українська культура, танець? Однозначно, потому что наши номера, они, с одной стороны, они представляют Украину. Есть лирические номера, а вот есть у нас и патриотические номера, которые и на этих номерах мы как бы, я воспитываю и нашу молодежь, и они посвящение нашей Украины. Вот один из номеров у нас есть «Чуешь, брат, и мий». Этот номер... Когда я услышала впервые песню в исполнении Квитки Цисик, то настолько меня затронула эта песня, и я поняла, что эта песня, она была создана давно, и тогда она ассоциировалась с украинцами, которым необходимо было покидать родину. И сейчас эта песня, она также ассоциируется вот с теми, что наши... Вот для меня эта песня, да, это боль матери, боль Украины, и она посвящается нашим солдатам, конечно же. Также вот совсем недавно я сделала хореографический номер «Берегиню», и вот Карина Кром, она как раз солистка этого номера, «Берегиня», которая охраняет нашу Украину, защищает нашу Украину, и ну, это очень символично.
Я думаю, что зрители, которые придут на наш концерт, они смогут насладиться не только лирическими моментами, но и, конечно, прочувствовать, как вам сказать, то, что мы живем в Украине, и это наше наследие, наша культура. Код нації, так би мовити. Хотілося б детальніше послухати Карину. Карину, розкажіть, будь ласка, власне, про номер «Берегиня» детальніше. Здравствуйте. Ну, это такой номер, вот, когда я его танцую, танцую душой. Как образ берегині, мати. Каждый видит в этом что-то свое. Для меня это, чувствую, символ Украины. Хочется передать, что вот наша Украина — это наша родина, наша мама, и нужно быть с ней в нужный момент. Она нас охраняет, а мы охраняем ее. Вот так. Защита, скажем так. Карина, а як та чим надихалися, як довго репетирували так цей номер? Адже він непростий та дуже, я би сказала, дорослий. Дорослий, да. Честно говоря, долго мы шли к этому номеру, очень долго начинали, но что-то шло не так, а потом вот Наталье Ивановне пришло вдохновение, и буквально за несколько дней мы собрали этот номер, и у нас получился просто шедевр. Так и было на самом деле, потому что очень долго созреваешь, и надо понимать, что ты хочешь конкретно сказать в этот момент. И вот действительно, мы раз начали, у нас не получилось, второй раз начали, а потом вот пришел этот момент, и как-то вот мы с Кариной были в одной волне, и ну, я думаю, что у нас получилось. И действительно, номер – это символ Украины, и это оберег Украины. Карина, а можно трохи еще почути про ваш шлях до танцю, в яких колективах так танцювали, і чим цей колектив відрізняється від тих? Ну, на танці я прийшла ще, будучи маленькою, в 5 років. Привели мене в народний колектив, там була чисто народна хореографія. Класика була, але вона не була так розвита, як в коледжі. Свій перший колектив, «Струмочок», він мені дав цю любов к танцю. Вот они меня научили любить, чувствовать музыку. И я решила попробовать поступить в колледж. Поступала я целенаправленно к Наталье Ивановне, потому что слышала, какой она хороший педагог. Я очень хотела учиться у нее классическому танцу. И когда я узнала, что есть такой коллектив «Подых», я очень сильно обрадовалась, потому что я поняла то, что это мое. Вот все-таки классика мне больше по душе. І от в подихі я чувствую себе от на своєму місці. Дякую вам. Єлизавета, тепер поговоримо про вас. Які виступи з ювілейного концерту ваші найлюбленіші, які для вас найскладніші? Ну, в коллективе «Подых» у нас достаточно большой репертуар, больше 10 номеров. Все эти номера, они достаточно разные по характеру, по эмоциям. Где-то мы в пуантах, где-то мы в балетках, где-то в туфлях. Они все очень разные на самом-то деле, но мне, наверное, больше всего по душе именно вальс. Он имеет название «На хвилі почуттів». Его танцуют все девочки коллектива, и его особенностью, мне кажется, есть то, что мы танцуем в очень красивых белых пышных пачках, и именно мы его танцуем именно душой, именно своими чувствами, там очень много разных эмоций в нем. Елизавета, скажи, будь ласка, а ви з відділення народної хореографії, вірно? Так. Як вам давалися, як ви вчилися саме танці на пуантах? Да, я дійсно вчусь на народної хореографії, но класика, это она всегда была, есть и будет основой всех основ. И танцы на пуантах — это действительно очень тяжело. Это стертые ноги до мозолей, но это большой труд, это упорство, это очень много времени. И когда ты танцуешь, ты просто чувствуешь это душой, поэтому тебе хочется, ты хочешь это делать. Я хочу добавить, что дети, приходя к нам на отделение, редко кто вставал на пуанты. И вот они только вот с этой техникой у нас встречаются на нашем отделении. Первые месяца очень сложно.
А потом потихоньку-потихоньку, и вот мы приходим к тому, что потом наши дети могут даже танцевать на пальцах. Карину, як у вас с пуантами? До колледжа мне доводилось стоять на пуантах, танцевала немного. Но вот придя в колледж, я поняла, насколько это тяжелый труд, и насколько могут болеть ноги после долгих репетиций. Но мне настолько это нравится, что когда танцуешь, ты просто не думаешь об этом, насколько это тяжело. Вот. Но это очень сложно, это очень большой труд. Дякую вам. Наталі, ще хочете вас запитати, дуже багато у вас нагород. Якими пишаєтеся найбільше, про які б хотілося ще раз нагадати та прожити це ще раз? Ну, всіми наградами ми дорожимо. Потому что к каждому фестивалю мы очень сильно готовимся, у нас такая идет усиленная подготовка. Но, конечно же, как для колледжа, как для студентов, у нас есть два таких главных фестиваля. Один фестиваль – это танцевальный Оберіг, где принимают участие только училища и высшие учебные заведения. То есть это вот профессиональный уровень. И второй фестиваль – это Всеукраинский фестиваль имени Павла Вірського. Там все и самодеятельные коллективы принимают участие, и профессионалы. И вот, конечно, через вот такие маленькие фестивали мы идем к этим нашим фестивалям, основным фестивалям, набираем этот опыт. И вот буквально осенью 2021 года мы были участниками третьего тура конкурса имени Павла Вірського, и мы там одержали второе место. И, вы знаете, для нас это самая высшая награда, и мы очень рады. Мы счастливы были на тот момент. Дякую вам. Давайте ще на останок, якщо можна коротко, запрошення дніпрян на ювілейний концерт. Всех приглашаю 28 февраля в 6 часов вечера в театр Драмикон на наш святковый праздник, на наш юбилейный концерт. Я думаю, что вы не пожалеете. Я думаю, что у вас будет хорошее настроение после нашего праздника. А скажите, пожалуйста, где можно квитки придбати? На платформе «Карабас». Дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталя Демченко, старша викладачка Дніпропетровського мистецького художнього коледжу культури та художня керівниця та балетмайстерка колективу класичного танцю «Подих» та солістка колективу «Подих» Єлизавета Сербаненко та Карина Кром. Я нагадую, що ми говорили про те, що колектив класичного танцю «Подих» коледжу культури у Дніпрі дасть концерт з нагоди свого 5-річчя. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.